стали известны результаты одного из наиболее авторитетных международных академических рейтингов US World University Ranking, включающий в себя 1000 лучших высших учебных заведений со всего мира. Дело в том, что в отличие от многих других рейтингов, там меньше всего субъективной составляющей, то есть мнение экспертов, ну и непрозрачных оценок. То есть там больше всего четких измеримых параметров, и поэтому достаточно четко видно, по каким направлениям нужно нам работать для того, чтобы достичь хороших международных позиций. Так, в общем рейтинге университетов мира КФУ занял 392-ю строчку. При этом два года назад Казанский вуз занимал в этом списке место в группе 441-450, а год назад 439-ю позицию. Таким образом, суммарный рейтинговый балл университета составил 28,5. Это на 2,3 выше прошлогоднего показателя. Академическая репутация, еще раз, это, скажем, улучшение ситуации с цитированием и качеством наших публикаций, работа с иностранных преподавателей высоко оценена и доля иностранных студентов. Вот эти четыре важных компонента, они и послужили нашему росту. Увеличение продуктивности отметили не только зарубежные агентства, но и отечественные. Ранее Казанский федеральный университет вошел в первую десятку 10-го национального рейтинга университетов международной информационной группы «Интерфакс» по итогам 2018-2019 года, заняв 9-10 место. Отметим, КФУ показал рост в данном рейтинге и с 2018 года поднялся на 2 пункта. В частных рейтингах КФУ существенно улучшил свои позиции по блокам «Образовательная деятельность» на 8, «Бренд» на 6, «Интернационализация» на 3, «Исследовательская деятельность» на 2, а также сохранил прошлогодние позиции по блоку социализации, заняв первое и второе место. В этом году отличился не только университет. Рейтинговое агентство RAICS впервые подготовило рейтинг лучших школ России в сфере информационных технологий. IT-лицей и лицей имени Лобачевского Казанского федерального университета вошли в топ-100 рейтинга. Цель рейтинга – определить, какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших вузов в сфере IT. В рейтинге лучших школ в сфере информационных технологий вошло 200 школ из 44 регионов России. Так, IT-лицей КФУ занял 56-е место. На 99-й позиции расположился лицей имени Лобачевского. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.